Массовое сражение на световых мечах прошло накануне на Театральной площади в Красноярске. Ежегодный арт-перформанс собрал фехтовальщиков из 6 городов России – Москва, Новосибирска, Томска, Омска и Красноярска. И впервые к ним присоединился Севастополь. Такой перформанс – явление для нашей страны уникальное. Это уличное театрализованное представление проходит только в Красноярске, именно поэтому к нему проявляет такой интерес. Все фехтовальные поединки встроены в сюжетную линию. В этом году это сказ о встрече путника со всадниками апокалипсиса. Организаторы перформанса разнообразили арсенал используемого оружия, кроме так называемых сайберов. В бою использовали античные одноручные длинные мечи средневековья. Каждый год новый сюжет, возможно, даже новые люди бывают. Бывают и те, кто приезжает из прежних городов, потому что они с нами сработанные люди. Вот. Но добавляются новые спортсмены, новые города, участники.